Очень похоже, что отдельные граждане Украины просто сошли с ума. Ряд СМИ сообщает, что организовавшие блокаду Крыма украинские радикалы начали подготовку смертников для осуществления терактов на территории России. Интернет-ресурс Life.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что подготовка террористов-смертников осуществляется радикальной группировкой «Аскер», связанной с запрещенной в России экстремистской организацией «Меджлис» крымско-татарского народа. Российским спецслужбам стало известно, что лидер Аскера Ленур Ислямов получил клятвенное обещание от семьи Енелеевых устроить теракты в России, чтобы ценой собственной жизни показать воинственный настрой на возвращение Крыма под контроль Украины. По данным СМИ, братья Енелеевы уже начали готовиться к экстремистским актам в лагерях боевиков Ислямова, а российские правоохранительные органы объявили их в розыск.